ходил по переулку, кто на зоне не сидел, не поймет, о чем он пел. Но это песня не о дьяволе. Это песня о том, как один сутенер занимался проститутками и как у него хорошо шел бизнес, потому что это нынче законно. Сутенер был молодец, разводил тупых овец, проституток нанимал. Сводник был оглы ахмал. Проститутки — это честь, трахают тупых овец. Кто не шлюха, то цена и продажная манда. Проституткам слава, проституткам честь, хвала и признание, а не просто лесть. А другие содержанки в жены рвутся у ебанки. Без цены один букет, ложь, обман, один минет. В целях просто бабки, дом, тачка, секс, еда, облом. О любви и речи нет, зато делают минет. Проституткам слава, проституткам честь, хвала и признание, а не просто лесть. Развести и обмануть, догола раздеть, вильнуть. Вот такие есть пацанки, содержанки, уебанки. Лучше всех есть проститутки, не лукавят, как те утки. Есть цена за час, за два, честность — это их страна. Проституткам слава, проституткам честь, хвала и признание, а не просто лесть. А порядочные, да, чистоплотная манда, и работают за честь, так лопают, что капец. Нам побольше бы таких, чтобы сдох последний псих. Вызовите их к себе, принимайте на ноге. Проституткам слава, проституткам честь, хвала и признание, а не просто лесть. Проституткам слава, проституткам честь, хвала и признание, а не просто лесть.